На 3 килограмма. Выложиться, выложиться, взрыв. Мощно ногами. Съем. Держать, 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 держать. Опустите. Здравствуйте всем. Здравствуйте. Чемпион Европы среди юниоров 1995, наверное, года. Да, 95 года. Мастер спорта международного класса. Почти. Почти. Ну, ты меня так называешь, Саня. Ну, я когда не заработал, я не... Хорошо, ты не заработал, но ты, как я тебе уже говорил в залах, ты мастер спорта международного уровня. Вот ты поднял, ну, хорошо, этот, может, так. Ты поднял этот вес, но просто уронил его над головой. Да, хорошо. Вот твою, ты сегодня поднимал, боролся с Александром с города Королев, устроили такую зрелищную борьбу. Я могу его поблагодарить только Александра, Саша, вот, кстати, идет. Да-да-да, присоединяйся, Саша. Серьезно. Присоединяйся. За то, что человек приехал, там... Возможно, отложил какие-то свои дела, готовился там, не знаю, не готовился, устроил вот эту вот борьбу, это зрелищность нашим соревнованиям придает. Я тут могу его поблагодарить за это, и мы его ждем на следующий год и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, чтобы была вот такая зрелищность на наших соревнованиях. В этом году немножечко что-то мы лично, как те, кто устраивает эти соревнования, что-то упустили, возможно, там какие-то рекламные шаги и так далее, и так далее. Но в этом году сделаем выводы, к следующему году устроим более распространенную, скажем так, рекламную акцию для того, чтобы к нам приехали, по крайней мере, как это было в том году. То есть было и много девчонок, и ребят, участников, выступал у нас олимпийский чемпион Дмитрий
Берестов, да? За что ему отдельное спасибо. Он все время привозит спортсменов, которые достойно выступают. Вот сегодня немножко упустил урок. Говорят, там привезли достаточно серьезного спортсмена. Вот хочу посмотреть толчок. И Димке за это спасибо, что он как бы от нас не отваливается, да, постоянно привозит кого-то. И сам участвует в этих соревнованиях, да, там, возможно, все по какой-то причине, не знаю, не захотел и так далее, и так далее, и так далее, но он привез достойных спортсменов, которые здесь достойные результаты показывают, которые будут получать блины. Призы. Хотел спросить, Саша, если ты спешишь, хотел спросить о борьбе. Как вот она произошла? Спонтанно или как вот? Ну как, конечно, хотелось в первое место, как всегда. И борьба... Ну а борьба была в разминочном, например, за... Нет. Или все-таки боролись как-то с килограммами, со своими результатами? Конечно, хотелось и, во-первых, превысить свои личные результаты. Что ты сделал достаточно достойно, что... Ну я, по-моему, даже объявлял, ты, у тебя достижение там 160, по-моему, да? 165-160, да. А ты 162 сделал, 167, это в этой же категории? 37. Да, боролся. 137, да. Это выше же категории? Ну, это... Не, лучшие результаты. Лучшие результаты в этой категории у меня вот они. Сейчас, То есть ты сейчас как бы... Вообще это мои лучшие результаты за все время. Ну, молодец. Тут, конечно, я выступал в меньшей категории, но столько стран не поднимал. Да. Опять, возможно, я здесь перебью, да, может быть, и не было бы этих результатов, если бы не было... Не было борьбы, я бы думаю, так бы я, конечно, не выступил хорошо. Ну, считаю все равно, что я хорошо выступил. И отдельное спасибо тебе. Спасибо. Нет, очень все здорово, ребята, там, в более маленьких категориях. Как-то у нас одна там 69, да, была достаточно серьезно выступила, поэтому... Есть рекорды, да, там, я так понимаю, 69? Нет, они рекорды турнира не установили? Неважно, зато была там у них тоже борьба, по крайней мере, в рывке. Человек там чуть не забаранил, но... Ну да. Вот. Все хорошо, все отлично, мы сделаем просто выводы, и я думаю, в следующем году здесь уже опять я услышал мнение от других людей, как бы, которые приходят, что в том году более удобно было проводить эти соревнования в Бугатыре. Поэтому, возможно, нам опять, да, надо сделать выводы. Здесь все хорошо для спортсменов, так как там разминочный зал более маленький, да, но там более удобно, возможно, добираться. Там, для зрителей, для тех же, да, там, мимо проходящие люди, там, слышали видео, и так далее, и так далее, и так далее. Была и массовость зрителей, и было другое выступление. Но я считаю, что нормально мы все провели. Просто сделаем вывод и в следующем году устроим победоносное шествие, да, то есть никто не прекращает эти турниры, пусть там во многих интервью я видел, что, допустим, Кубок Президента, там кто-то хайп, да, там что-то не хватает и так далее. Это не из-за этого, а из-за того, что многие люди, опять я от других слышал, что мы же поедем, ничего не выиграем. Но если вы будете сидеть на месте, вы никогда ничего не выиграете, никогда вы нигде участвовать не будете. И ваша тяжелая атлетика в вашем там регионе или где-то, она будет загибаться. Как только вы будете выставлять спортсменов и ездить куда-то на соревнования, тогда будет результат и у спортсменов, и у вашей там организации, которая представляет тяжелую атлетику. И на вас обратят внимание, по крайней мере, на таких турнирах, не только цепляясь за какие-то серьезные соревнования. Тут тоже достаточно серьезные соревнования, в которых присутствует призовой фонд. Я извиняюсь, ни на какой области вы столько денег не получите, если вы действительно готовы и готовитесь к этим соревнованиям. Поэтому я желаю спортсменам, которые, возможно, в следующем году все-таки настроятся, просто отнестись немножечко серьезнее к ним, да, и взять подготовиться. Если вы подготовитесь и будет здесь вот такая же борьба, как у нас произошла, это будет и зрелищно, и интересно, и каждый будет устанавливать свои личные рекорды. Поэтому мы ждем всех. Каждый год здесь проводятся эти соревнования. Там, надеюсь, говорю, в следующем году мы просто объявим немножечко пораньше об этом. И может быть, учитывая вашу такую борьбу, интерес такой, может быть, афиши такие выпустить? Там Скоробогатов, Марков, номер 2.
борьба, смотрите. Ради бога, мы сделаем все, что угодно, если это будет привлекать народ. Поэтому я говорю еще раз спасибо большое за борьбу. И за то, что приехал. Ну все, успехов вам. Спасибо. Я извиняюсь. Мы на каждом соревновании, кстати, видим все новые и новые лица. Вот это радует. То есть, если приезжали одни... Вот оно, новое лицо. Да, то есть все. На каждых соревнованиях новые лица, и это замечательно. И все здорово. Спасибо.